Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. Сегодня мы хотим вам рассказать о том, как открыть свой личный сейф на платформе брокера Pocket Option и получать прибыль от своих финансовых активов, которые в настоящее время не используются в торговле. Личный сейф – это пассивный источник дохода от Pocket Option, который позволяет пополнять и снимать свои средства в любое время без каких-либо ограничений и комиссий. Сейф на платформе Pocket Option похож на сберегательный счет в банке. Этих сейфов есть три вида, то есть можно сохранять деньги в долларах, в биткоинах и в эфире. Открыть сейф очень просто. Достаточно выбрать валюту для хранения, приемлемые условия, а это первоначальная сумма, которую вы хотите положить в сейф. Нажать кнопку «Открыть сейф», подтвердить условия использования и сейф открыт. Осталось его пополнить и все. Дальше можно заниматься своими делами, пока на ваш вклад каждый месяц начисляются проценты. Есть интересная и полезная функция – калькулятор расчета доходности. Сделан он очень удобно и позволяет рассчитать, какая сумма доходности будет в месяц или за год от вложенной суммы депозита. Например, мы можем выбрать изначальный депозит $1000, продолжительность вклада 12 месяцев, и сразу рядом в окне мы видим результаты расчета, какой будет общий доход за год и итоговый баланс через год. Если, к примеру, мы берем на себя обязательство каждый месяц делать дополнительный взнос на свой депозит в размере $1000, то система сейфа сразу рассчитает, какой будет общий доход за год и итоговый баланс через год с учетом сложных процентов. Сложные проценты – это когда доход реинвестируется и добавляется к основной сумме, за счет чего баланс начинает расти в геометрической прогрессии. Вы можете поиграться с расчетами доходности, выставить разные суммы и в зависимости от тарифа или дополнительных ежемесячных взносов посмотреть, на что вы можете рассчитывать в конечном итоге. Ниже есть план выплаты процентов. Тут мы можем увидеть, в какой месяц, в какую дату и какую сумму процентов мы будем получать. Теперь посмотрим тарифы. Для этого нужно выбрать тип сейфа. Давайте выберем доллары. И видим, что тут 4 тарифа, и самый доступный – это до $10,000. И ставка по депозиту 3% годовых. Нет никаких дополнительных условий, ни торгового оборота, ни баланса сейфа, ничего этого поддерживать не нужно. В любом случае, все, что лежит в вашем сейфе, будет давать 3% годовых. Если же мы хотим повысить ставку до 5%, то нам нужна сумма от $10,000 до $30,000. Если у нас нет необходимой суммы, то можно получить ставку в 5% другим способом. Для этого мы должны совершать торговый оборот каждый месяц на сумму не менее $30,000. И дальше по аналогии, если мы хотим иметь ставку 7%, то нам нужен либо баланс от $30,000 до $50,000, либо торговый оборот в месяц от $50,000. Если мы хотим иметь ставку 10%, то нам нужен баланс в $50,000 или торговый оборот в $100,000. Точно такие же условия в сейфах по биткоину и эфириуму. Вы можете посмотреть величины процентной ставки и поиграться с расчетным калькулятором, чтобы увидеть готовые суммы при различных вкладах на определенное время. Сотрудничество компании Pocket Option с крупными европейскими и азиатскими банками открывает для нас возможности инвестирования в государственные облигации с фиксированным гарантированным доходом, а также в перспективные инвестиционные фонды, обеспеченные депозитами до востребования. И самое главное, что никаких процентов за пополнение сейфа и за снятие ваших денег нет. И вы можете пополнить свой личный сейф со своего торгового счета через внутренний перевод или отдельной транзакцией, используя все способы, которые доступны на платформе Pocket Option. А теперь давайте рассмотрим, как выглядит сейф и его интерфейс на примере торгового счета WinOption Signals. На данный момент в нашем сейфе хранится чуть более $5000. И тут можно ознакомиться со своим текущим балансом, процентной ставкой, суммой последней выплаты, общим полученным доходом, датой следующей выплаты и ожидаемой суммой выплаты. Также мы видим в разделе «Условия по сейфу» предложение по обороту за месяц, благодаря которому процентная ставка будет автоматически повышена, в нашем случае до 5%, если будет совершен дополнительный торговый оборот в размере $29,300.
в разделе «Баланс» сейфа можно увидеть, сколько нужно добавить в наш сейф, чтобы ставка автоматически была повышена до 5%. И нам нужно добавить на счет сумму в размере 4 979 долларов и 43 цента. Обратите внимание, что если у вас сумма вклада хранится в сейфе достаточно давно, то будет отображаться история операций, в которой подробно в цифрах фиксируются все финансовые операции по вашему счету. В истории операции вы можете выбрать временной период, который вас интересует. Дальше мы видим график баланса и график доходности, на которых очень наглядно видно, что происходит на вашем счету. Также можно выбрать временной период, который вас интересует для отображения. Как можно видеть, сейф от Pocket Option является отличным способом получать пассивный доход, не торгуя бинарными опционами. Но всегда стоит помнить, что инвестировать стоит только ту сумму, которую не жаль потерять, так как инвестиции всегда несут в себе какие-либо риски. Если вы хотите узнать еще больше о брокере Pocket Option, то в специальном разделе на нашем сайте можно найти множество статей касательно этого брокера. Ссылку на раздел вы сможете найти в описании под этим видео. Спасибо за внимание. Желаем удачных инвестиций и прибыльных сделок.